привет! Я Лерена Флокс. Родилась и выросла на Сахалине. Занимаюсь музыкой. Ведь музыка – это смысл моей жизни. Я немножко юморист. Милые дамы, когда мужчины нахально заявляют «нет некрасивых женщин, есть мало водки», смело отвечайте «нет некрасивых мужчин, есть мало денег». Поэт-песенник, кавер-певица. А знаешь, получиться могло, только нам почему-то не повезло. Возможно, даже виноваты я, только черного цвета любовь твоя. Я училась в театральном колледже на эстрадном отделении, но пришлось бросить учебу в связи с тяжелым материальным положением. Приходилось браться за любую работу. Раньше участвовала в караоке конкурсов, выигрывала сувениры, несколько, и мяшки отобрали сувениры. Вот, кстати, сувениры, которые я выиграла. Конкурсом. Караоке. Серьез стала заниматься музыкой в 2010 году. Поступила в колледж. Поступила с отличием. Исполнила на экзамене свою самую первую лирическую песню, которая называется «Это есть любовь». Нам подарит рассвет с тобой. Ее делай. Музыкант группы «Джастар» Лео Безум. Следующей композиции мы все преодолеем. Спасибо, моя Валентина. Ты знаю, поймешь, знаю, поймешь, что дорожить нужно тем, что есть. Называется «Знаю, поймешь». Другая о Египте, Шарм-эль Шейх. Кстати, можем посмотреть и в «Одноклассниках» тоже. Аранжировку делал Антон Доха. Песни все записаны в студии, находящейся очень далеко от дома. Город Александровск называется.